Ребята, привет! С вами Даша, вы на канале Дарьи Библиарий. И сегодня трам-пам-пам будет влог, потому что мне нужно съездить в Новую Голландию. Я хочу пройтись там по книжным магазинам, магазинам комиксов. На самом деле не уверена, что там сейчас что-то не закрылось в условиях того, что сейчас постоянно что-то закрывается, переоткрывается. А Яндексу, Гуглу и всяким данным в 2GIS я не сильно доверяю, потому что не всегда это обновляется вовремя. Поэтому совмещу приятное с полезным, съезжу в Новую Голландию, прогуляюсь и сама все своими глазками посмотрю. Вас беру с собой, потому что погода хорошая, виды там будут красивыми. Поехали! Я иду, у меня в наушнике еще играет Beyoncé Around the World. И это так классно! В общем, я по-настоящему прям рада, что выбралась на прогулку. Так вот идешь, идешь. А тут Исаакиевский собор. Чувствуется, что осень наступает. Смотрите. Листочки. Да? Я пока ехала в метро, читала третью часть, продолжала читать третью часть «Красных лун Квертинда». И мне кажется, Нина, кстати, предупреди меня, если я правда тебя задолбала своими... А может быть здесь вот так? А может быть здесь вот так? Вот, потому что на самом деле постоянно меня осеняют какие-то идеи. Я какую-то деталь, которую могла проквакать абсолютно спокойно в первой книге, совершенно, кажется, очевидного слона такого, я могу до нее допетрить только к третьей. И то не факт, что верно, но мне иногда кажется, что я что-то понимаю. 12 часов, пальнули пушки. Можно было даже с часами не сверяться, но я не удержалась, сверилась точно по часам. В этом году, кстати, исполнилось ровно 10 лет, как я в Петербурге. И на самом деле, ну, я не скажу, что я прям настолько влюбила этот город, чтобы захотеть в нем остаться жить навсегда. Я все время думаю, куда бы перебраться, где более такая пасторальная, что ли, картина, не знаю. Мне очень хочется в деревню. Мы даже как-то с Ваней уже сошлись на том, что Великий Новгород для нас в этом плане идеальный вариант, потому что это как бы и город, то есть все фишки цивилизации там есть, по сути, и при этом очень красиво, и город такой камерный. Недавно я взяла и достала, и протерла от пыли свой древний-древний ридер, у меня какой-то покетбук старой модели. И в этот раз я взяла старичка с собой, сейчас где-нибудь присяду там на травке, и буду читать с ридера, с телефона, переключаться между двумя этими средствами. Числа до 20-го постараюсь снять вам что-то прочитанное, чтобы не затягивать там, до 25-го. И там будут совершенно потрясающие книги, помимо «Красных лун Квертинда». Там будет Ольга Громадина и ее «Янтарный меч», который произвел на меня впечатление очень приятное. И я бы очень хотела, чтобы это уже была готовая серия, чтобы существовали еще две, может быть, три книги, которые можно прочитать про этих героев. Но пока существует только одна книга. Но так как автор оставила в конце книги крючки к продолжению, я надеюсь, что это продолжение случится и как можно скорее. И ура, я добралась до Новой Голландии, здесь очень красиво, и я рада, что здесь можно спрятаться немножечко от солнышка, потому что внезапно начало припекать. Thank you.
немного почитала, немного поработала в группе ВКонтакте, я имею в виду, потому что периодически приходится отвечать авторам. Кстати, если вы автор, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там я пишу много всякого интересного, разные дискуссионные вопросы мы с вами обсуждаем. Все это, конечно же, касается творчества. Это, конечно, неоспоримый такой плюс, возможность работать в удобном для тебя месте, уйти работать в красивое совершенно место, если ты работаешь онлайн, что называется, блогером, или просто у тебя какая-то удаленная работа. Главное в этом деле не сидеть, домоседничать, как я. Пришлось немножечко себя уговаривать, заставить поехать, заставить выйти из дома, сесть на общественный транспорт и поехать куда-нибудь вот так, просто работать. Из этого тоже нужно делать некую такую привычку, что ли, чтобы хотя бы проще к этому относиться. И давайте покажу, что еще купила в гараже. Там я взяла вот такие открыточки с Петербургом. Взяла про запас, пошлю их тем людям, кто живет не в Петербурге, соответственно, как сувенир. И у меня уже такое приближающееся осеннее настроение. Я взяла себе открыточку с грибочками и стикеры из этой же серии. Целых 3 листочка. Имя иллюстратора, если что. Ну что, ребят, я дома, и сейчас напоследок хотела вместе с вами выбрать себе что-нибудь на Озоне, потому что мне ребята подарили на день рождения сертификат, у меня есть несколько хотелок, и я предлагаю вам вместе со мной совершить эти покупочки. Так, первое, у меня здесь в отложке лежит блокнот, который я очень давно хочу. У меня уже Лектурм был. Он был у меня, не знаю, в годах в 2014-2015 году. Мне очень понравился этот блокнот из-за того, что он чуть шире, чем тот же Moleskine. И я тогда активно очень им пользовалась и осталась довольна. На него очень классно на обложку лепить всякие стикеры, придавать ему индивидуальность. Это, если что, не реклама, ребят, не реклама. Так, и я хотела еще посмотреть конкретную книгу «Ветер в ивах». Осталось выбрать издание. Боже. Так, ну примерно 3-4 разных варианта будет, да, наверное. Также беру Эдисона, обязательно у нас есть Армстронг из этой серии. Это книги, которые написал Торвин Кульман. Вся серия про вот этого мышонка, который путешествует то в космос, то он изучает авиацию. Очень классная серия, очень красивая. Она, конечно, на постарше, но я беру немножечко так с запасом. Ну что, ребят, буду с вами прощаться до следующего видео. Сейчас оформлю заказ на Озоне. Заказала в итоге блокнот, «Ветер в ивах» и Эдисона. И, наверное, пока на этом остановлюсь, потому что больше ничего так не вспоминается и сходу не придумывается. Всем хороших книг, приятного чтения. С вами была Даша. Пока-пока!